центре карты 3 в 4. Почему не контратакует? Хелпа есть, хелпа есть. Ринер Павел налетает на Ворсика, а Марли крутит его за камнем центральным. Что происходит? Наверное, не забил. Нет, должен забрать Ворсик. Должен делать минус. Но Рино блокирует, делает таран. 400 хп у Ворсика. Снаряд еще есть. Не делает минус 3. Ну что ж, 10 секунд до конца. Раскалик, Раскалик, если надо сбить. Сколько патронов у Раскалика? Промажет ли он? Смотрим на него. Дрессировщик разрабатывает ей 63. Но здесь, мне кажется, не... Одна секунда. Хорош! Здесь Раскалик. Хорош, сбивает. Хорош, на первого законтролили. 30 секунд до конца можно. Разобраться. Опа, сейчас засвет будет на фонтане. Эл, Эл среагирует. Не успевает. Эл целивает. А, хотя вот... Там можно башню. Ничего себе! Это ж как так влетело-то? И его не видит. Нет засвета. Вы еще раз. Нет засвета. Кусты. Павер двигается вперед. Магическое дерево. Есть засвет. Есть контакт. Есть шоу. Получает урон. Павер ставит. Дави. 40 секунд остается. Ну все, не уйдет, наверное, уже. Хотя может попробовать покрутить. Да-да, покрутить сможет. Но сейчас главное наверх заехать. Павер Хуга должен наверх заезжать. А Павер, нет, не хватит здесь. На сотке здесь нельзя, да, заехать со скорости? Нет. Только вытолкать, только 90 сюда. Хуга читает. Читает то, чтобы идет пауэрслайд. Ну, Павер зайдет в центр сейчас просто. Павер, надо просто подняться в центр. Чего не поднимается Павер? Ой-ой-ой-ой, если бы поднялся, то... Ну, если бы поднялся, все. Так вот есть, сейчас если прямо вот прям поднажмет, Хугу притормозил, Пауэрслайд... В финале 3-0, Пауэрслайд тащит раунд. Вообще немножечко повезло теперь и украинцам по концовке. 2 в 3 по 8 левелам, но есть доктор Туэр Капи. 5-1. Ой, ты да ладно! Что это происходит? Как не везет парням? Капи мог перевернуть ситуацию. Блокировать, блокировать, блокировать нужно Рина. Он так и делает, блокирует, пытается не отпустить сотку. Он тяжелее. Да, он ее просто завернул. Ты посмотри, что он вытворяет. Ну просто не дал парню уехать. Да, Пауэрслайд таран, набрасывает Рину. Ваншотный остается этот 50-100. Ну, в принципе, да, хорошо, что он их не поймал, а двоих в одном месте, рядышком. Вот, Булкин выезжает, сразу на него влезет. Ой-ой-ой, он в чистом поле. А, это пинг, я понял, это пинг, все нормально. Это из-за пинга мы его не увидели с экрана. Вообще, никто не мог представить, что такое вообще могло происходить. Он выезжает в корму, Капи, Капи не смотрит, нет, развернулся. Куда смотрит Капи? Куда смотрит? Он не смотрит. Развернулся, промах. Мимо от Капи, он смотрел. Минус один, Нексус. Нет, ходу делает минус, Першин КД. Нексус творит чудеса, должен тащить, захват начинается, все понятно, у Вена не хватит. Нуклер не выйдет, едь, убивай Т1, захватывай базу. Да, Нуклер не подымется, он... Того, ему надо выбить танк и 45 секунд танцеваться. Да, сбил. Сбил, хорош. И сейчас надо, вот сейчас даже больше, чем... 20 секунд, ну 30 секунд, да, все верно. 30 секунд танцеваться, это нереально. Не спешит, 10 секунд еще есть. Не спешит. Ну, 90 там, конечно, лоу-ап. Не успеет. Ну, и захват вас. Все, уезжает на 69-ки. Начинается. ВН у 13-90 похуже, чем у Першинга. Однозначно, по мне. Естественно, Першинг. Сколько там градусов? Не помнишь, вот у меня точное значение? Нет. Я вот, к сожалению, градусы не помню. Есть, есть. Есть! Теперь давай, 90-й просто... Есть минус, Нексус! 2-0, 2-0! 2-0, это невероятно! Нексус потащил раунд.